запустили программу, файл, создать. Здесь выбираем создать на основе каких файлов, на основе наших файлов. Вот мы здесь, папочка с нашими видео, выбираем меню, с которым будем работать. Открыть. Здесь настройки все. Так, ну здесь пока друг не будем. Окей. Далее проводник. Так, у нас папочка здесь наш выбираем. Берем наше видео. Женя, тебе нужно на спектакль давай. Сейчас, секунду. Это не было. С левой стороны у нас вот дорожка видео. Заглушили. Нету видео. Открыли. Есть видео. Нажимаем на вот эти три кнопки. Настройка видимых кнопок. Выбираем спецэффект дорожки. Выбрали. Окей. Появилась такая штучка. Нажимаем сюда. Здесь выбираем лот файлы. Добавить. Окей. Открывается меню наше. Вот оно. Спецэффекты. Вот наш лут. Можно отключить, можно включить. Браузер. Ищем наши луты. И наши луты. Так, сейчас. Тут луты, тут у меня их много. Выбираем наш вот лук. Третий, сонинский. И третий. Вот этот выбрали. Он какой-то стал. Если взять любой другой, то будет уже по-другому слишком контрастно. Бледненько. Тоже бледненько. Значит, третий. Вот, видишь, все. Выбрали. И вот такой-то нарядный у нас появился. Ну, это же самое можно сделать и здесь. Тоже лут выбираем. Также система такая же. Но мы выбираем на этой дорожке. Так, это все закрываем. Выбираем на этой дорожке. И этот цвет применяется ко всей вот этой вот дорожке, а не к отдельному файлу. Но если вдруг ты здесь что-то хочешь другой файл запихать, вот этот. Давай. Конечно, он будет дополнительно раскрашенный. То есть то, что применяем на эту дорожку, будет применяться на эту дорожку. Поэтому можно, конечно, это отключить. И вот оно сразу стало такое. И применить уже только к этому видео. Вот. Поиск. И получается, что закрываем. Здесь у нас такой. Применили на эту дорожку. А на эту дорожку не применили. Ну, проверим. Нажимаем. Здесь что? Ничего нет. Или что-то было. Значит, здесь у нас что-то высветилось. Так, отмена. Ну, это вот тут высветилось. Это у нас высвечивается на эту штуку. Если нажать, то это высвечивается кадрирование. Вот так делаем. И уже можно скадрировать. Но это другая тема. В общем, вот так.